Сегодня, 1 апреля 2012 года, во Всероссийский день дурака, москвичи решили осуществить затею совсем не дурацкую. Прогуляться с белыми ленточками по Красной площади для того, чтобы еще раз продемонстрировать тем, кто засел за кремлевскими зубцами, свою приверженность честным выборам, свободе и демократии. Но, к сожалению, как и на прошлой неделе, Красная площадь оказалась закрыта. Прогулки на Красной площади с белыми лентами уже стали традицией. Каждое воскресенье граждане собираются на площади Революции и спокойно следуют к главной площади страны, чем наносят душевную травму правоохранителям и тем, кто живет в Кремле. Белый свет стал цветом свободы у нас в России. Мы вот тут гуляем. Мне кажется, была задумана отличная акция. Абсолютно не агрессивная, абсолютно мирная. Просто погулять по Красной площади в воскресный день. То, что они ее закрыли, свидетельствует о том, что они вообще не понимают, что происходит. Воскресный день на Красной площади. Празднично настроенные граждане, видя мирные намерения полицейских, быстро организовали хоровод. Полиция не вмешивалась ни в хороводовождение, ни в игру «Ручеек». Умная команда ФАС поступила позже, когда один из организаторов акции призвал полицейских открыть Иверские ворота площади. Я депутат муниципального собрания! Почему вы меня забираете? Тактика милиционеров очень простая. Они подбегают внезапно к человеку, его хватают и... Спокойно, Сань! Отойдите, пожалуйста. А мужчину-то за что вы подвели? Отойдите. И не называя никаких причин, выхватывают его и тащат, иногда даже волоком в автобус. Представьтесь! Незаконное задержание! Позор! 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 Праздник удался, и в дураках осталась власть, хотя бы потому, что еще раз продемонстрировала, как боится собственных граждан, не пустив их очередной раз на Красную площадь. Что ж, нам остается пока что только полюбоваться на вид Васильевского спуска отсюда, с Каменного моста. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, специально для Политвестник.ком.